здесь начинается наше путешествие на Princess Cruise. Сейчас утро. И мы пришли завтракать в этот гигантский ресторан с самообслуживанием. Написано много сотен человек. Наш корабль – это целый город. Его длина около 300 метров, а водоизмещение – 115 тысяч тонн. На корабле 18 палуб. На этих палубах расположены громадные закрытые залы спортивные, бассейны, галереи. Команда 1200 человек, а пассажиров 2500. Легко себе представить, какой здесь уровень сервиса. Имеется множество мест для активного отдыха, занятий самыми разными видами спорта. А на верхних палубах расположено несколько открытых бассейнов, где можно поплавать и позагорать. Лучшего места для отдыха придумать себе невозможно. Любители кино могут посетить кинотеатр под звездами, где имеется гигантский экран. Площадью, наверное, несколько десятков квадратных метров. По своим размерам корабль значительно превышает «Титаник». Вот центральное лобби, многоэтажное. И даже входит панорамный лифт. Пассажиров развлекает живой оркестр. Пока мы знакомились с кораблем, на это ушло первых два дня путешествия, наш лайнер обогнул всю юго-восточную часть Австралии, и вот впереди показались небоскребы Мельбурна. Мельбурн – второй после Сиднея по величине город Австралии. Его население чуть больше 4 миллионов человек. Но в отличие от Сиднея, он повернут спиной к морю. Мельбурн примерно на 50 лет моложе Сиднея. И основан был в 1835 году. В 1850-х годах недалеко обнаружили золото. Вспыхнула золотая лихорадка, которая превратила Мельбурн в самый богатый, самый процветающий город Австралии. И в этом качестве он был вплоть до середины 20 века, когда все-таки он уступил пальму первенства Сиднею. Для города характерна викторианская, имперская архитектура доброй старой Англии. Мельбурн и Сидней постоянно соперничали друг с другом за право называться столицей Австралии. И с момента образования Австралии как независимого государства, с 1901 года, именно Мельбурн был объявлен временной столицей страны. И так продолжалось до 1927 года, а в 1927 году столица была перенесена в город Канберру, который специально для этого был построен, можно сказать, на пустом месте, на полпути между Мельбурном и Сиднеем. Однако Мельбурн продолжает оставаться интеллектуальной и культурной столицей Австралии. Эта ситуация очень похожа на вековое соперничество между двумя российскими столицами – Москвой и Петербургом. Роль Сиднея играет Москва, а роль Петербурга – Мельбурн. Есть много общего между Петербургом и Мельбурном. И там градообразующим природным объектом является река. В Петербурге это, как известно, Нева,
а в Мельбурне река Ярра. По берегам реки Ярра, среди красивейших природных парков, расположены и жилые массивы, и спортивные объекты. Вот перед нами как раз Олимпийский стадион 1956 года. В самом центре города, в самом-самом центре, совершенно чистый, нетронутый сельский пейзаж. И неудивительно, что на протяжении уже нескольких лет экспертами Мельбурн признан как самый удобный для проживания город на планете. Мельбурн – это столица самого южного, если не считать Тасмании, штата Австралии. Здесь благодатный субтропический климат и имеются все условия для выращивания фруктов, винограда. Виноградная лоза здесь, можно сказать, является национальным символом. Имеется очень большое количество виноградников. И очень развита культура виноделия. Замечательные австралийские вина. Итак, мы идем обедать в ресторан и дегустировать знаменитые мирового уровня австралийские вина. Столы уже накрыты, и что-то много всякого вина на столе. Неужели все надо будет выпить? И самое замечательное из этих вин оказалось мускатное розовое Фергюсон Гарвелли. Наш кораблик нас поджидает. Ну, спасибо Мельбурну. Замечательный город, красивый город. А мы поплыли. До свидания, Мельбурн. Мы плывем в Тасманию. Остров Тасмания назван в честь открывшего его в 1642 году голландского мореплавателя Абела Тасмана. Расстояние от Мельбурна до столицы Тасмании, Хобарта, примерно 900 километров. При этом нужно пересечь Бассов пролив, отделяющий Тасманию от Австралии. Это место, известное своими штормами, знаменитые ревущие сороковые широты. Но нам повезло с погодой. За те два дня, пока мы шли из Мельбурна в Хобарт, нас даже не качнуло. И мы продолжаем знакомство с нашим кораблем. Давайте познакомимся с нашей каютой. Она расположена на 11-й палубе, номер 717. Каюта не безымянная, а подписанная. Ну, чтобы сэкономить деньги, мы взяли каюту без окон и без балконов. Но от этого она не стала менее комфортабельной. Нас встречает хозяйка. Рассказывай, Люба, что у нас... Ну, прежде всего, наверное, вот наш вот это вот. Так, это значит... прихожая, где гардеробная находится. Представляете, сколько тряпок взяли. Рядом с гардеробной находится шкаф для еще одежды, где находится сейфом и так далее. Да, и спасательными железами. Так. Здесь находится у нас душевая вместе с умывальником
и прочими тут атрибутами, необходимыми для вот это все. Умывания и для умывания душа. Пойдем дальше. Так, watch your step. Дальше идем в нашу святую обитель. Здесь у нас вот кровать, в которой мы уже несколько дней спим. Так. И зеркала. И много-много зеркал. Вся комната в зеркалах. Что создает впечатление ее объемности, ее обширности и вообще великолепия. Потому что она, в общем-то, вот эти зеркала, они украшают очень комнату. Это наш письменный стол, где все наши планшеты, всякие наши компьютеры, железяки. А вот закусочный стол, где должны быть фрукты. Вот даже у нас яблоко одно здесь лежит. Нынче мы не заказали. И это наше бухло, которое что-то не очень идет, потому что мы в основном в ресторанах. Ну и телевизор. Сегодня мы идем в ресторан Санта-Фе. Это ресторан а-ля карт. Меню. Ну, все, на уровне лучших ресторанов Старого и Нового Света. Так, тут у нас лобстеры с рисом. На первое мы ели улитки французские, по-божьи, бургонцы. На корабле издается своя ежедневная газета, которая называется «Принцесс Паттер». Это принцесса Болтушка. Там все, что сегодня будет, где мы идем, что будет происходить, какие события, все-все. Саша, I'll tell you later. Развлекают публику. Bubbles when the jacuzzi wasn't on. Lots of bubbles. Большой корабельный театр, действительно большой. Она тут еще человек ходит, не меньше. Вот еще одно место. Где можно тихо посидеть, уединиться, среди сотен пассажиров. К вечеру второго дня плавания на горизонте показались горы Тасмани. Наш корабль огибает юго-восточную часть острова, приближается к его столице, городу Ховарту. Раннее утро, 1 февраля 2014 года. Обогнув с востока Тасманию, наш корабль входит в гавань ее столицы, города Ховарта. История освоения Тасмании англичанами довольно мрачная. Это австралийский ГУЛАГ. Здесь в начале 19 века была создана каторга, откуда тюрьмы и каторги континентальной Австралии казались раем. Самое известное место в Тасмании – порт Артур, расположенный в 112 километрах от Хобарта. Именно там, в начале 19 века, была построена знаменитая каторжная тюрьма. Этот объект занесен ЮНЕСКО в список мирового наследия. Каждый год там бывает 200 тысяч туристов. Сбежать оттуда было невозможно.
потому что Порт-Артур расположен на полуострове, соединенном с островом Тасмания узеньким перешейком, шириной меньше 100 метров. Сейчас как раз мы по нему проезжаем. Справа и слева ледяные воды заливов, кишащие акулами, а на самом перешейке вооруженная охрана и громадные сторожевые собаки. Природа Тасмании отличается от остальной Австралии. Большую часть острова занимают горы, покрытые хвойными лесами. Уникальным для Тасмании животным и своеобразным ее символом является сумчатый хищник тасманский дьявол. Дьявол специально разводят, и как результат на дорогах кое-где появились специфические дорожные знаки. Американский писатель Марк Твен, посетив Порт-Артур в 1890-х годах в ходе своего кругосветного путешествия, писал, что здесь все не по правилам, как будто смешались небеса и ад. Трудно вязать мирный сельский пейзаж этого полуострова с его каторжной историей. Вот перед нами здание исправительной тюрьмы в современном состоянии, а вот на стенде показано, как оно строилось, постепенно разрушалось под действием пожаров. И когда оно окончательно пришло в негодность, то его даже не стали восстанавливать, потому что слишком мрачные были о нем воспоминания. Ну, как на Колыме. Заключенные занимались лесоповалом. A poor man made out of muscle and done, muscle and blood, skin and bone, a mind that's free and a back that's strong, you know, since he's распорядок дня. Видим, что в основном они занимались лесоповалом. А деревья здесь могучие, и каторжникам приходилось очень нелегко. Ситуация усугубилась в 1852 году, когда была построена образцовая тюрьма, основанная на новой концепции наказания, разработанной в Великобритании. В соответствии с ней заключенные вынуждены были испытывать сенсорный голод. Если раньше их взор утешали зеленые холмы, то в образцовой тюрьме их по 23 часа в день держали в крошечных изолированных камерах. Запретили общение с друг другом. В течение часовой прогулки заключенные должны были передвигаться в цепях, при этом на голову одевали мешки. Вот как выглядит прогулочный дворик. Он был разделен стенками на отдельные секции, чтобы заключенные не видели друг друга. Но сейчас эти стенки убрали. Единственное место, где заключенные собирались группами, это тюремная церковь. Но даже и здесь каждый из них стоял в таком своеобразном колодце и не мог общаться со своим соседом. Домик, где жил и работал комендант тюрьмы. Все коменданты тюрьмы с 1834 по 1877 годы, когда каторга была закрыта навсегда. Обстановка очень скромная, никаких излишеств. Гостиная, где принимали редких заезжих посетителей. Рояль. Скромный рабочий кабинет. Подсобное помещение, кухня, а за окном идиллический сельский пейзаж ничто не напоминает о тех страданиях и мучениях, которые пережили каторжники.
Последний приют каторжников – это остров смерти, расположенный в середине бухточки. Здесь похоронен 1769 заключенных. Раньше на острове жил один из каторжников, выполнявший функции могильщика. Говорят, ночами здесь бродят привидения и даже устраивают специальные экскурсии. На обратном пути в Хобарт еще раз полюбовались живописными видами Тасмании, величественной панорамой этого острова на другой стороне земли. И заодно убедились, что и досюда Макдоналдс добрался. Наш кораблик, как обычно, поджидает нас в порту. Строгий security контроль на входе, и мы дома. Сейчас будет поднят якорь. Мы покинем гавань Хобарта и поплывем в Новую Зеландию. Нам предстоит пересечь все Тасманово море, пройти 1600 километров в восточном направлении, пересечь два часовых пояса. Переход долгий, почти 3 дня, и команда нас развлекает чем только можно. Тут и вырезание фигур изо льда, и художественные выставки, и игра в казино, к сожалению, внутри снимать запрещается, и вечеринки с танцами. На сегодняшний вечер определен формальный дресс-код. Это значит, что мужчины должны быть в костюмах или в смокингах, а женщины обязаны одеть вечернее.